Ну сегодня что будет? Да, мы надеемся, будет весело. Жесткое? Сегодня будет про любовь. О-о-о, жизненно. О, про любовь. Разговор парня и девушки. Под ваши аплодисменты. Га. Га. Выходи за меня. Кого? Я говорю, выходи за меня. В смысле, ты мне предложение делаешь? Ну да, чё, 10 лет встречаемся. Ну, в том-то и дело, что 10 лет встречаемся, и ты мне делаешь предложение вот так. А чё не так? Ну, просто ты на унитазе сидишь, а я в ванне лежу. Ну и чё? Чё, думала, как-то это по-другому будет? Помнишь, мы с тобой на воздушном шаре летали, помнишь? Скрипач играл, да, мы смотрели на закат, я тебя к себе прижал. Чего я тебе на ухо шепнул? Займи денег. Ну, а ты думала, я тебе предложение сделал, да? Было ожидаемо. Ну, это ожиданно, да, ожиданно. Ну, а здесь же неожиданно. Вообще неожиданно. Ну, а как ты хотела, чтобы я это сделал? Опусти ногу. Ну, а как ты хотела, чтобы я это сделал? Ну, как-то более романтично, я не знаю, кольцо хотя бы. Ну, есть кольцо, есть, есть, конечно. Выходи за меня! Да. И все? Кольцо и все? Да, нет, в смысле, что, кольцо и все? А что не так? Как это предложение? Я думал, ну сейчас там пойдем куда-нибудь вместе, как-то отпразднуем, покушаем. Ну пошли, сейчас завтрак, иди готовь. А, ну ты думала, что это все сюрпризы, что ли, или что? Ну нет, есть еще сюрприз. Есть, есть сюрприз. Вон, видишь, телефон на шампуне облокачен, видишь? Ага. Я прямой эфир в Инстаграм это делаю. Подружки у тебя обзавидуются просто. Девчонки, я счастлива. Я счастлива. Ну неожиданно же. Это вообще неожиданно. Дуэт Антон и Алексей. Сибирским юмором.